Всем привет! Это Канти and Ви. И сегодня мы кормим снегирей. Как привлечь снегиря на кормушку? Да очень просто. Насыпьте ему простых семечек и ждите. Самочка прилетела. Они отличаются от самцов неяркой окраской. Самцы издали бросаются в глаза. Они горят, как красные фонарики. А вы знаете почему? Самка снегиря высиживает яйца, поэтому ей незачем быть яркой и привлекать к себе внимание. В период размножения снегири становятся осторожны, поэтому редко попадаются на глаза. А зимой сбиваются в стайки и кочуют по местам, где есть корм. Подкладывать корм в кормушку нужно постоянно, тогда снегири будут частыми гостями. Снегири птички с характером. Посмотрите, какие солидные, важные. Вот нахохлился и деловито шелушит семена. Бывают совсем нахальные, займут кормушку и лузгают семечки, а остальных птичек отгоняют. Особенно затиристые самочки. Смотрите, как деловито шелушит семена коротким клювом. Снегири наедаются от пуза на кормушке. Хороший обед в холодное время греет кровь. Щелк, щелк. Шелуха так и летит в разные стороны. Ну ладно, и ты заходи, подкрепись. И такая карусель целый день. Сидит, как старушка на заваленке. Ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте свои идеи для будущих роликов. Всем пока-пока!